Здравствуйте, Игорь Иванович. В одном из видео вы говорили о донорстве цитоплазмы яйцеклетки. Скажите, пожалуйста, делают ли это в России или нужно искать клиники в Европе? На самом деле, по поводу вот этого донорства цитоплазмы яйцеклетки, то есть это используется для омоложения яйцеклеток. И, возможно, то есть в Москве тоже, мне кажется, этим занимаются, и такие процедуры делаются на экспериментальном уровне, и такие процедуры делаются для иногда для женщин старшего репродуктивного возраста, для того, чтобы условно омолодить яйцеклетку. Здесь возможен конфликт, потому что получается, что яйцеклеточное ядро идет от конкретно пациентки, а митохондрии, получается, идут от другой яйцеклетки. Вот эти процедуры достаточно широко, ну, по крайней мере, до начала боевых действий, когда мы имели очень большое количество пациенток из Украины, я это видел, что мне казалось, что этим очень злоупотребляют в Киеве, очень злоупотребляют в качестве такой коммерческой процедуры, которая там по крайней мере, у тех пациентов, которые я видел с этим донорством яйцеклетки, я видел просто неудачные результаты. Поэтому, безусловно, и в Европе это делают, и делают в Российской Федерации. Я думаю, что это проводится в наиболее продвинутых центрах. Но самое главное, чтобы здесь не перегнуть палку с рекомендациями, потому что иногда все-таки здесь, то есть если правильным образом провести нормальную беременность, иногда, в общем-то, этого, то есть эта методика все равно остается в разряде экспериментальных. То есть говорить о том, что здесь есть четкие показания, к этому я не вижу. И те клиники ЭКО в Киеве, которые в Киеве и в Харькове, те, которые это осуществляли, я что-то не видел особых, ну, может быть, просто не попадалось этих пациенток, но у меня очень скептическое отношение по отношению вот к этой процедуре.